Школьники снова приступили к занятиям. Учеба после каникул продолжится в очном формате. Режим обучения после двухнедельного отдыха решили не менять. Как пояснили в Министерстве образования Магаданской области, причин для перевода учебных заведений на дистанционку нет. Сегодня из 16,5 тысяч обучающихся коронавирусом болеют 111, а это 0,67% от всех ребят. Поэтому во всех школах региона вторую четверть начали с традиционных уроков за партой в классных комнатах.